И всем привет, ребята, у микрофона Батя, и сегодня буду работать дежурным по переезду. Сейчас я еду вот это Ра-1. Да, у нас тут путочка, тут у нас будет тележки видно. Ладно, мы приезжаем пока что. У меня вот книжечка, все, что я уже взял типа с прошлого переезда. Тормози! Сюда тормозил. Входим. Вышли. Уезжает Ра-1. И побежали сейчас в будочку. Красивенький Ра-1. Все, зато сигналы. Все. Нормально. Сейчас мы идем. Заходим. Вот что мы сейчас поставим. Чекаем. О, сейчас дома электричка будет. Ну ладно, будем ждать. Сейчас вот, все. Да. Ну, будем ждать электричку. Так, мы, в принципе, ждем эту электричку. Желтого флажочка. О, вон уже едет. О, нифига себе, это ЭД-2Т. Не прям частый гость, но ЭД-2Т прикольненько. Четырехвагонник. Ну, четыре вагона это для дорог, скорее всего, обычно. Все, приезжает достаточно быстро, без остановки на платформе. Приезжает. Вот, погнали сейчас. Открываем переезд. И чекнем следующий поезд. Грузовик пойдет через час. Ну ладно, будем ждать. Ребят, сейчас уже должен пройти грузовой, так что мы закрываем переезд и выходим уже в этот флажок. Ну так, в принципе, ладно. О, едет, едет. Фига себе летит. О, желтый флажок, это война 10. Фига себе летит. Даже зеленую, зеленую только спочегарили. С такими грузовыми вагончиками. Ой, грузовым таким полным. Я еще не видел, чтобы так велико скачегарили. Сколько тут? 110 км в час. Ну, кстати, дай следующий поезд чекнем. Ага, будет поздно жестко, пойдет через час. Ну, ладно, будем, в принципе, ждать. Так, ребят, что-то у меня багажничек. Так, Васечек. Блин, уже 1390 подписчиков. В принципе, как я и говорил, если мы добьем 1400 подписчиков до сентября, я делала для вас сюрпризик. Да, кстати, сейчас уже должен пойти этот пассажирский. Он пойдет вот оттуда. Ну, будем ждать. И пятики, где же поезд? Где же поезд? Очень интересно, что пойдет. Кстати, давайте, может, спустимся. Кто вечно оттуда? Кто снимал? Кто здесь снимал? Ну, здесь посмотреть, как было просто. Мне кажется, что это неправильно, потому что тут еще вот видите стрелки для стрелки. Деталь. Вот так стоять, мне кажется, может быть, не прям так. Может, крепление сломаться. Просто до сих пор нет. Хотя, скорее всего, может, седьмую пустят, хотя мало ли, прям. Либо, ну, это бока, в принципе, как обычно. А что могу вам сказать? Не запаздывает нифига. Просто чесочка в 2Т поставил на перегон. Фига себе, он летит. Еще вагончик сопровождения что-то делает. Странно. Фух, я уже просто, я вот отвернулся, просто камеру включаю, просто пролетает. Да, так, сейчас посмотрим. Ага, еще электричка сегодня пойдет.
И еще перегонка тепловозов. Еще последний пост, но просто написано пост. Ладно. Ну, будем ждать этот электропоезд, электропоезд. Ну ладно, будем ждать. И ребята еще что-то поменяли. Ой, сейчас уже можно хотя электричку, так что мы выговорим перест, и будем ждать. Так, ждем электричку, мы закрыли переездник. И мы ждем электричку. Тут у нас, кстати, деревушка, и у нас там бюст Ленина, а там у нас трамвайный путь. А сейчас мы ждем электричку. Кстати, как мы видим, у нас очень пока маленькая платформа, ее даже еще не построили, так что сколотили вот эту маленькую посередине, и пока только на ней прибывают вот поезда, вот РА-2, то есть РА-1, почему я их путаю, куда все она прибыла. Вы поняли. Короче, вы поняли. Ну, а мы ждем электричку. Интересно, какая электричка поедет. Очень-очень интересно. Так, кстати, смотри, некоторые такие желтые. Тут вот ковер, такие старые, вот это детали. Где-то новые, вот, смотрите, тут вообще разноцветные, вот, видите, прям. Старые такие рамы, такие старые рамы. Но он работает. Ну ладно, будем ждать. Идем поезд с желтым флажочком и вот желтым флагом. Да. Интересно, что же пойдет? Если это электричка, то может, если сегодня одни АД2К ходили, может, по-моему, четвертый едет пойдет. Не знаю. О, едет. Очень медленно едет. Да, денег фига. Прикольненько. Кстати, я только сейчас заметил, потому что на стрелке тоже есть провод. То есть контактная сеть. А еще почему-то денег очень медленно едет. Не знаю почему, если вы знаете, напишите мне в комментариях. Да. На стилке уже получше, чем на наших обычных переездах, когда вот мы были. Да. Кстати, вот дверь, я заметил тоже, дверь мне два блока. Теперь такая бахонная совет. Да. Ждем. Да, денег. Сейчас выйдем. Чекаем, что у нас там с одними. Четвертый денег. Офигеть, сюда! Это не зеленый! Это зеленый, то есть вакуум! Чего? Чего, блин, нафиг? Стоп. Это реально зеленый вакуум. Интересно, от чего это вакуум? Да, реально зеленый в такой. Кстати, денег 5 вакуумный. А ТТ-2Т. Фига себе. А ТТ-2Т просто вакуум. Хорошо, надеюсь, этот-то хотя бы родной. Тоже тот АДД-2Т. И третий тоже АДД-2Т. Да? Просто калашматят на РЖД. Мама, не горю. То есть видно то, что прям вот демихи, головы, они как-то старше. И типа хуже. Видите, прям. Ну, видно то, что на четвертом более выгоревшая краска. Вот. Да что там следующий поезд? Ага. Ну да, я говорил, перегоню тепловоза. Кстати, она, блин, сейчас пойдет, ё-моё. Так что выходим и будем ждать. Денег ушел, я вышел. Не знаю, зачем только. Так что давайте мы сейчас обратно зайдем. Вот таким образом. И чекнем просто. Ой, 2Т-шник! Фига себе летит! 2Т-116. Такой красивенький 2Т-шка. Так,
да. Мы тоже не прилетел. И последний поезд, это поезд, интересно, что пойдет. Он пойдет через час, но ладно, будем ждать. Ребят, сейчас вот такой крест. Ладно, поезд у нас еще. 59 минут, еще чекнем. Да. Ну, ладно, будем ждать. Ребят, сейчас уже должен пойти этот поезд. Ладно, будем ждать. Ждем этот поезд. О, вот уже летит, фига себе, он летит. У нас синяя подвака. Почему-то передний пандограф ходит, окей. Походу пассажир. Нет, это какой-то лабораторный, потому что Эммендорф и два таких вот вагончика со спецсоставом. Да. Ну, ладно. А с вами был я, Вася. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.